Махинации с банковскими счетами, поддельными интернет-магазинами и сайтами – самые распространенные схемы обмана. Случаи мошенничества участились в Сарове, сообщают сотрудники правопорядка. Обычно злоумышленники звонят с номера, который начинается на 495 или 499. Если человек на другом конце провода представился сотрудником банка и попросил у вас какую-либо личную информацию, не продолжайте с ним разговор. Сразу надо ложить трубку, не продолжать общение с этим человеком, потому что это 99% это мошенники. То есть работники банковских организаций редко когда звонят, и в том числе согласно их правилам, они не могут у граждан такую информацию получить, потому что вся информация у них находится и так. Также мошенники часто представляются сотрудниками полиции и говорят человеку о том, что кто-то из его родственников попал в беду и ему срочно нужны деньги. В таком случае сами перезвоните своему близкому или его коллегам и друзьям. Жертвой мошенников может стать каждый, поэтому всегда нужно соблюдать бдительность. Мошенники, они тоже хорошие психологи, и у них так называемый метод социальной инженерии используют. Вот. Соответственно, если в настоящий момент уже граждане не попадаются на определенный вид развода, так называемый, они его модифицируют немножко. Если вас насторожили какой-либо звонок или просьба неизвестного человека, сразу же обращайтесь к сотрудникам полиции. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.